река, в которой ты ловишь рыбу, своих карасей, на мух, или что там ловишь, на живцов, там, на мотыльков каких-нибудь, на червей. Или рукой ловишь, как... Меня больше удивило, что ты сказал. Карася на живца, бля. Он тебе хищник, что ли, блядь? Ну, я щуку поймал, получается, на хлеб. А она хищник. А ты открытие сделал, блядь. Такого не может быть. Ну, как бы я ловил вообще не щуку, а ловил другую рыбу, а там в итоге щука вылезла и проглотила то, что я ловил. Должен был поймать. Ну, я ее взял и отпустил, чтобы больше ее не видел. Потому что я был огорчен тем, что у меня забрали то, что я хотел поймать. Ну как? Там ты не гера, бля, там такая рыба клюнула, он, бля, ее, а, бля, и выпустил, бля, вышел он огорчен, бля, что вы... не то, что надо, бля. Акула поймал. Большая. А, поймал акулу, да, бля, хотел карасика, да, блядь? Я выпустил ее, потому что это не то, что надо было, бля. Не мой уровень. Еще бы, знаешь, так, со словами, прям вот, с оскорблениями, там, пиздой отсюда, чтобы я тебя больше не видел. Ешь мою дичь, на которую я ловлю. Там ой, молодежь там. Есть. Ага. Ага. Сука, я хотел поймать верховодку, а она ее съела. Я ее послал куда есть подальше. Верховодки нету, есть верхоплавка, блядь, а не верховодка. Но она же плавает наверху воды. Ну, прямо у этого, прямо, короче, у воздуха, у этого уровня. У поверхности воды, да. Да, у поверхности воды плавает. Ух, это было сложно объяснить. Кто кого ловил. Во-во-во. Действительно, блядь. Тут еще есть красный. Нет. Ты туда дашь обижу? Да, я вижу. Это как, знаешь, вот там была такая озвучка. Когда голубя, короче, поймал, мужик поймал голубя, показывает ему на то место, где он нагадил, и говорит, кто это сделал. И отпускает его со словами, иди отсюда, женщина легкого поведения, чтоб я больше тебя не видел в своем доме. С балкона я прям в это... Это было жестко, конечно. Ну, Артём, ты это по-любому знаешь, а пусть Даша это. Даша, какого доктора называют последним? Не знаю. Ну, Артём, давай. Я что-то забыл, как его называют. А какой ответ? Забыл. Трупатолог. Или как-то так его, блядь. Теперь я буду знать, как как их там, врачей называют. Я думал, их никак не называют. Ну, точнее, называют, но не врачами. Это что за такие? Нет, нет. Специально выкинул меня тачка подальше. Была. Тачка была.
Это сам вышел вообще-то. нет, меня специально припарковали так, чтобы я прям вот это, короче, ну, короче, меня специально так припарковали, чтобы. А чё не на улице? А, блин, там этот. А, блин, я же хакер, точно. Ломаю, ломаю, ломаю. Все, я поломал. Он за деревом, короче, он там. Ну куда ты убегаешь? Да блин, стой! Мужик, стой! Или женщина, кто-то там. Блин, вот. Ага, тут еще где-то есть. А, нет, скорее всего, это он. Если он был в шляпе, то. Значит, это тот. Кажется, или что-то тихо стало. Там еще тачка. Да блин, как повезло ему из-за здания. Сейчас я на гору встану. Блин, он уехал. Падла. Сзади тачка. Блин, опять на гору. Едет к вам. Мотоцикл. Хер тебе врыло. Хер тебе врыло. Хер тебе врыло. Ладно. Убедил. На вертолет. Сука. Пошел. На вертолет пришел. Блин, надо было все-таки перезарядить. Я думал, я вот так достану, в итоге нет. Он там или его нету? Ну я не вижу что-то. На лох он выходит. А, нет. Блин. А, он дальше, наверное, ушел туда. Там тачка какая-то припаркованная. Так, надо что искать ракеты. Мало искать. Даша, у тебя есть ракеты? Ну, лава там. Забрал, как он вышел? Дашь, пожалуйста. Дашь мне. Вверху прилетает. Ну ладно, в твою сторону вылетел. Пожалуйста. О, спасибо. Фурия. Ну, лав там ездит. А... Фига, тут транспорта. Где водители?
И хлопает голову. Да не, он катается. Не увернешься. Ты. На. Я прям видел. Там, короче, у меня тут двое. А он на электромотоцикле летит. Вау. Ща еще всем карту поломаю, чтобы не ослаблялись. Кстати, ну Лав реально сбил тебя на транспорте. Но почему-то... Не-не, ну Лав реально вчера тебя сбил на транспорте, но не показал. Что именно он тебя сбил. Как будто несчастный случай. А, все? Где вы там кого видите? А, вот. Это не там много убили, я только двоих. Ну, я только одного взорвал. Остальные боты. Я на тачке отвлекаюсь. Это самая больная тема. Вот больная тема летает. Ходячий. Да какой неудобный ракурс, ё-моё. Вот так тебе. И вот так тебе. Блин, сука, летает. Блин, еще двое где-то. Короче, с боевого... Ой, с рейтинга где-то. Синяя женщина. Короче. Ну, женщина в синем. Да-да-да-да, вот там один, но это не тот. Не та женщина, короче. Да меня вот. Сейчас вот тут у нас один или одна, я не знаю кто. На гранату тебе, короче, чел. Где-то ты там. Ай. Заныкалась где-то. У меня будет. Да куда ты? Нет, тут не... А может у меня просто не прогрузилось, конечно. Тихо, тихо. Блин, опять тачка едет. Я ж только что сбил. Куда уезжаешь? Ну, у тебя там где-то тачка. Нет, блин, еще трое у нас тут, короче, где-то. У меня еще ракеты пуляют. Тебя ракеты пуляют? Так, а где все? А, вон Лав нашел. Есть М2 фаза затмения. А, М2 фаза затмения? А, нет, спасибо. Мне вот только интересно, где... Вот, короче... Блин, тут... Ну, Лав, ты убил женщину, которая с этим... Она выглядела, короче, из... С М2 в рулетке. Если ты вспомнишь, как она выглядела. Это, блин, ты тут... Блин, где? Где? По кому стрелять? Опять... Блин, опять люди. Опять люди в большом количестве, блядь. Да ёба. Один, еще. Сука, у тебя там один поехать, транспорт. У тебя там один транспорт где-то ездит. На, ну, нахер, блять! Вот, смотри, видишь, меня сбили случайно. А, нет, вот. Нет, там показано по-другому почему-то. Вот он там. На разгон идет. У меня. Блин, он опять на разгон идет. А, я ж не медик, слева. Точно. Блин, нет. Да сука, да почему меня?
Ну лав, там еще сзади, где я, короче, помер, там еще три снайпера. Быстрее зона, почему я не посмотрел на зону? Быстрее, не перезаряжай ее. Блин, опять эта женщина рядом, опять она с рейтинга. Она где-то рядом, вот она все время ныкается где-то, я не вижу. Ага, там что-то за щитом. Есть. Ой, я на щит могу наводиться, прикинь. За щитом прям. Пизда тебе не думаю. Еще в щит дай новую гранату. Граната, говоришь? На, на, граната, на. Блин, это не та убегает. Давай, давай. Смотри, там он с левой стороны слепил только что фонарик. Ага, понял. Да. Сука. А, даже не думай, я дым кинуть ее. Я тебе даже. Аккуратно. Я тебе карту поломаю. Во, я тебе карту поломаю. Этой нету. О, здесь, наверное, ракеты есть. Нет, не ракеты, а эти гранаты. Я понял, я понял, понял, понял. Понял, понял. Хер тебе. А не кататься. Нет, да, блин, она меня остановила. Блин, это опять он. Опять Тэшу и... А, вот он где прятался. Вот, 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 вот. Вот этого я искал долго на карте. Вот этого вот самого. Вот этого самого. Спасибо. А, там еще где-то должен быть один. Я помню, он там высадился, я ему сбил этот. Нет, нет. Сзади. Нет, 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 нет. Я еще даже это починил, сука. Чини, 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 женщина. Почему не, ты не чинишь? Не почему ты не чинишь? Зайди куда-нибудь. Да блин, почему? Она не чинит. Для начала даже. О боже. Так. Сука. Блин. Я нажимаю. А, вот тебе обратно чинит, как только я начал возникать. Все. Фух, блин. Она не чинит. Услышал, услышал эти стуки и сразу представил у себя, блядь, жал клавиатуру. Да я просто, знаешь, появился, думаю, блядь. Не стой так, не стой. Где, где, где он? А сзади зона? А вон там, короче, еще один фонарик. Все, я тебе сейчас карту. А, это же Омега, он так отсвечивает. Там Мейс легендарный, бля, вот прикольный перс. Угу. Какого хера? Блин, ну чё так слабо попал первый раз? Прыгай! Какой прыгай, тут надо лечь. Он сейчас может просто рядом дать, если ты не похилишься и сдохнешь. Да? Да. А чё, она прям по области, что ли, бьет? А, нет, лучше туда не идти. Бля, лучше обойти как-нибудь. Ну раз, а, да, прям уже. По области херачит. Да, по области? Не знал.